заговорили. С 12 октября этого года. Вот именно вот на по улице погибла женщина. Мы переходим к отвечающей на светофорах. Мы знаем, мы больше не будем. Игнорирование запрещающего сигнала светофора, наушники, телефон в руке могут привести к трагедии. В этом году на железной дороге в Одинцовском округе произошло уже 11 несчастных случаев. Последний на переходе у платформы «Малые Веземы», который, кстати, оборудован и светофором, и звуковым предупреждающим сигналом. 12 октября, не убедившись в том, что поезда прошли с одной и с другой стороны, женщина переходила на красный свет. В результате произошел смертельный случай. Администрации ежемесячно проводятся рейды, направленные на снижение травматизма и смертности на железной дороге. Также администрация запланирована установка информационных щитов на пути к платформам. Сотрудники транспортной полиции напомнили жителям о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге. Профилактические беседы проведены, а все несанкционированные проходы через железные пути уже ликвидированы. Остается ответственно относиться к собственной жизни. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».